Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Зелинский Андрей Валентинович. Старшина 4-го парашютно-десантного рота 350-го гвардейского полка. Выполнял интернациональный долг с 86 по 89 год в Республике Афганистан. Награжден боевыми наградами. Всегда рад приветствовать добрых, позитивных людей и ветеранов. Их семьи и всех, кто никогда не забывает их. Скажите, пожалуйста, что для вас день ВДВ? День ВДВ – это для меня второй день рождения. Я родился в этот день, когда меня призвали молодым человеком и осознал свою ответственность перед Родиной, перед родителями. За то, что я попал, я очень благодарен Василию Филипповичу Маргелову. Это наш отец воздушный сад войск, который заложил в нас очень великий дух. И, наверное, если те, кто у нас погибли, наверное, оставили нас жить для того, чтобы мы дальше несли это почетное знамя ВДВ. Никто, кроме нас. Расскажите, пожалуйста, почему именно ВДВ? Вы знаете, я с самого детства, как еще было на школах, смотрострой песни, всегда говорил, если дадите билет, я буду ходить, петь, танцевать. Если не дадите, нет. Моя мечта сбылась. Я попал, я до армии съездил на прыжки. Я попал в самое боевое подразделение 350-го воздушного мобильного оперативного полка. И очень этим горжусь. Скажите, пожалуйста, в каких операциях участвовали? Где служили? Ой, операций было очень много. Начинал с Афганистана. Операции всех не перечислишь, потому что оперативный мобильный полк он выполнял быстрые мобильные задачи. И я даже не вспомню. Много было операций. И сложных, и простых. Расскажите, а есть какой-нибудь самый запоминающийся случай, связанный с ВДВ? Самый запоминающийся случай? Ну, наверное, когда мы с другом подорвались. Когда ему оторвало ногу, я его вытаскивал с минного поля. Единственное, что так. Ну, а так очень много случаев. Если вспоминать, наверное, у нас с вами не хватит времени. Спасибо вам большое. Поздравляю вас с праздником.